Друг мой, а знаешь ли ты, кого в античности называли необразованным? Необразованным? Да. Ну, не знаю, может, человека, который петь не умел, например. Ну, почти угадал. Почти угадал. Который в хоре не пел. Который не пел в хоре, представляешь? То есть вообще сейчас человек, программу который... «Что, где, когда», я понял. Ну, вот Платон считал, что хоровое пение есть божественное и небесное занятие. Представляешь? Укрепляющее все хорошее и благородное в человеке. Ты с Платоном согласен? Ну, я думаю, что не один Платон так считал. Потому что традиции хорового пения, традиции, они насчитывают, ну, я даже не знаю, сколько тысячелетий. Еще в Библии есть там для хоров написано. Так что, наверное, с Платоном тоже придется согласиться. Но об этом мы будем говорить сегодня, о хорах, о традициях, о том, как развивается хоровое искусство в Нижнем Новгороде и чем нас будут удивлять нижегородские хоровые коллективы, в частности, камерный хор «Нижний Новгород». У нас сегодня в гостях главный дирижер хора Иван Стольников и хормейстер Анна Тулумбасова. Встречайте. Здравствуйте. Добрый. Рады видеть вас сегодня. Вы представляете новое поколение хоровой нижегородской школы, потому что легендарный коллектив ваш основан был еще Сивухиным, почетным гражданином. Это было в 73-м году. И вот вы, по сути, получили это в наследство. Как вам? Ответственность чувствуете? Да, конечно. Ведь действительно, камерный хор с легендарной просто историей. Мы сейчас действительно завоевываем своих слушателей, да, поддерживаем богатые хоровые традиции Нижнего Новгорода и не стоим на месте. Постоянно какие-то творческие новые тенденции впитываем. И новые свершения. Да, наверное, да, новые, да, свершения. Я, кстати, хотела сказать о традициях хоровых. А, вообще, этот апрель какой-то хоровозвучащий. Да, просто весна, какой-то... весна хоровая, я бы даже сказал так. Ну, слушайте, так. Вот такое все-таки бывает редко. Можно ли говорить о том, что, скажем так, вот эти традиции, это желание петь в хоре, оно у народа появляется в большем количестве, чем когда-либо? Ну, я, честно говоря, не могу это сказать, но хоровое искусство и пение в хоре, оно всегда было востребовано, и даже я, когда в музыкальных школах, когда кто-то учится там и игре на фортепиано, у них все равно есть обязательно хоровой класс. Да на чем бы ни учились, да, всегда, да, есть хоровой, да, класс. Да, всегда, всегда, абсолютно. Ну, а то, что вы сказали, что хоровая весна, апрель действительно безумно, безумно насыщенный, и вот у камерного именно хора... Именно хоровыми концертами. Именно хоровыми концертами, да? Потому что в апреле у нас порядка 4 концертов. Вот сейчас только что мы провели, я считаю, очень блистательный и обширный хоровой фестиваль композитора Сергея Якимова, который впервые приехал в Нижний Новгород. Вот буквально послезавтра у нас концерт в музее-усадьбе Рукавишниковых. Мы даем 4 концерта в год, абсолютно с разными программами. Там уже у нас своя публика, и действительно очень интересно, и выступать в зале, ну, в шикарном зале, в одном из лучших залов, да, у нас считается один из лучших таких залов камерный, для камерной музыки. 17 апреля вновь и будем петь о любви. Давайте поговорим о Сергее Якимове, потому что вот Канни вопрос. Вы одни из первых, кто некоторые произведения его исполняет, написанные для хора, в частности. Вообще, я просто перед тем, как готовиться к программе, позвонил в капеллу, где учится мой сын, и спросил, знают ли они такого композитора. Проверка, видите? Проверка. Ревизор. Они говорят, от культуры. Что-то не слышали ничего. Это, конечно, говорит не о том, что там педагоги не знают что-то, а просто о том, что сейчас у них есть проблемы с репертуаром у детских хоров. Это факт. Вот, с чем это связано? Да, с чем? Почему так? А ведь у нас такие традиции, такой гигантский пласт советской музыки, хоровой, детской, а сейчас как будто обрыв и пустота после этого. На самом деле нет. Педагоги, которые интересуются действительно современной музыкой, они всегда могут найти. Но надо лазить в интернете, да, где-то, да, что-то искать, скачивать. Тем более, ну, нормально, что делаю теперь, ноты, уже лазить в интернет.
Сергей Викторович Якимов, он издается, и можно эти ноты приобрести в издательствах и Петербурга. Да, 300 экземпляров я видел, да, издательство, композитор издает ноты, 300 экземпляров. Но те, кто, опять же, те, кто хотят, да, они могут найти. Кстати, вот вы захотели, судя, да, по всему, у вас какой-то с ним образовался творческий союз с этим композитором, дружба, вы нашли друг друга, как, каким образом, как это случилось, он вообще питерский. А свой творческий вечер провел именно здесь, в Нижнем Новгороде, что удивительно само по себе. Ну, дело в том, что вообще у нас очень тесные связи с Санкт-Петербургом, и это было я с ним познакомился еще года 2-3 назад, был впервые образован в Санкт-Петербурге первый всероссийский слет хорместеров и дирижеров хоров со всей России. Действительно, приехало огромное количество интересных людей, и завязался очень тесный контакт, дружба. Мы сейчас продолжаем общаться, наблюдаем, у кого какие проекты, что-то берем у друг друга, обмениваемся. И как раз-таки одним из руководителей того проекта был Сергей Викторович Якимов. Мы с ним подружились, и он высказал такое желание. Он все равно проводит по многим регионам России свои творческие вечера. И вот эта идея вынашивалась очень давно. Потом, случайно, в одном из концертов я исполнил одно его сочинение. Случайно увидел, и мне очень понравилось такое маленькое незатейливое сочинение, называется «Мадригал». Вот. И потом кто автор? Сергей Якимов. Нет, да, ну это композитор, а да, слова, потому что он пишет музыку. Анна Ахматова, он, да, пишет музыку и на слова Пастернака. Да, и... Он пишет на все. На все слова. Да-да-да. И вот и мы с Аней, Аня мне помогла отыскать целый сборник. Его вот именно, он был не издан, этот цикл на стихи Анны Ахматовой «Последнее посвящение». Концерт. Да, хоровой концерт. И мы вместе поехали на встречу, которая произошла в Доме композитора в Петербурге. И Сергею Викторовичу очень понравилась эта идея. И вот на год назад Аня закончила консерваторию. Это была некая премьера в Нижнем Новгороде. Этот цикл целиком прозвучал для слушателей Нижнего Новгорода. А, кстати, Анечка у нас ведь не только дирижирует, она еще и поет. Да. И, кстати, музыку Сергея Якимова тоже... То есть по обе стороны баррикад. И, да, со стороны дирижерского пульта. Это точно. Это задача нелегкая. Легкая, но, да, но очень интересная. В каком смысле? В каком смысле нелегкая? Работать и как артист хора, и как хормейстер, и быть и управляющим человеком, который... позволяет, ваши вокальные данные позволяют все-таки выступать в качестве солиста? Ну, пока позволяю. Нет, а вы как, одновременно и дирижируете, и поете, или все-таки нет, возможно. Нет, такое. То есть пока и не пробовали, конечно, так еще. Конечно, нет. Ну, а что, может быть, это такая фишка? Может быть, это ноу-хау будет. Делающий дирижер. Образом, скрипачи, скажем. Может быть, эту идею мы попробуем реализовать. Спасибо большое. Я предлагаю посмотреть сюжет, который был подготовлен именно на основе того материала, который был снят на творческом концерте, творческом вечере композитора Сергея Якимова. Это произведение композитора Сергея Якимова «Кенгуру». В наши дни одно из самых популярнейших хоровых сочинений. И таковых у композитора немало. Впервые в России его большой авторский концерт прошел в нашем городе. На сцене «Нижегородские хоревты» дирижер Сергей Якимов. На сегодняшний день это самый востребованнейший, самый ожидаемый и самый популярнейший композитор хоровой. И он пишет огромное количество музыки и для смешанного хора, и для женского, и для детского. И вот действительно приезд, и вот сегодняшний концерт, это действительно, я не побоюсь этого слова, грандиозный хоровой праздник. Произведения Якимова любят от мала до велика. Сводный детский хор сегодня исполняет Марфушины песенки. А в репертуаре у хора университета имени Лобачевского композитор занимает почетное место. Мы поем его произведения достаточно давно. Одно из самых наших любимых произведений – это «Кенгуру». А также мы исполняем его песню, которая называется «Рождественская дама». Оно
настолько наполнено светом и теплотой, наверное, поэтому мы тоже его выбрали. И хору университета посчастливилось выступать и под руководством самого автора в качестве дирижера. Вместе они исполнили сочинение, которое композитор посвятил своему учителю. С огромной радостью хочу сказать о том, что с момента первого моего знакомства с хоровыми коллективами Нижнего Новгорода я сразу понял, насколько высока культура и хорового музицирования, и насколько высока дирижерская школа в Нижнем Новгороде. Праздник ознаменовался сюрпризами и подарками, мировые премьеры и первое исполнение произведений. Мы начали с того, что хоровое пение – это такое некое божественное занятие. Да? Согласны вы с этим? Очевидно, если занимаетесь этим делом. Я думаю, что да. Ну, дело в том, что действительно хор теперь вся жизнь наша. И мы как раз таки, я и преподаю и в хоровой капелле, и в консерватории, и, конечно, и приобщаем молодежь. К божественному. Да, приобщайте. Да, да. Приобщаем к божественному. Вот, кстати, о приобщении к божественному. Кстати, да. Это тоже твоя тема. Моя потому тема, что, да, но... школа и все, что вокруг этого, это твоя тема. Вот раньше в общеобразовательных школах был такой предмет. Пение назывался. Пение. Его в просторечии школьники именовали пенье. И относились к этому пенью соответственно. То есть попытка внедрить хоровое пение в массовой школе, ну, мне кажется, была неудачной. Почему? Объясните, пожалуйста. Мне кажется, что удачно. Мы прекрасно чувствовали себя на этих уроках пения. У нас был великолепный педагог, он играл на баяне, и мы пели все подряд. И были абсолютно счастливы. Я с вами абсолютно согласен. Почему? Потому что действительно в советское время существовало огромное количество хоровых коллективов. В каждой школе, в каждом там, в каждой парикмахерской там фабриках, заводах действительно были огромные коллективы. И даже если кое-где даже... они даже сохранились, и, что удивительно. Да, вообще. И вот, между прочим, именно в то время как раз проходили известные фестивали, да, Нижегородский Соловушки, да, который, да, который возглавлял профессор Нижегородской консерватории Анатолий Алексеевич Ежов. Сейчас же, к сожалению, этого нет, и мы как раз-таки вот сегодня нашими усилиями, да, вот именно как подъемом хоровой музыки, сейчас идет и сверху от Валерия Гергиева, да, образуются хоры России. Нижний Новгород всегда представляет наша хоровая капелла. И мы все равно... Но это профессиональные, да, пение, это же не, да, школьники. Нет, и также и школьники. Ведь проходит огромное количество сейчас школьных хоровых конкурсов. Дети заинтересованы. И тем более я... На хорошем уровне проходят. Действительно, действительно, очень-очень на положительном, очень на хорошем уровне. Я всегда считаю, человек, если занимается... Для меня всегда показатель, например, человек занимается, да, например, в медицине или еще что-то, но он потрясающе разбирается в искусстве, в живописи. И, да, поет в хоре. И поет в хоре. И, между прочим... Как велел Платон. Да, да, и между прочим... И он, да, личность гармоническая, да, говорили в одном фильме. А вот, Анечка, поскольку вы занимаетесь... Я уж вас буду называть Анечкой, потому что вы такая, пожалуйста, милая, просто такая очаровательная. Спасибо. И занимаетесь с детьми, даже ведете детские абонементы. Вот есть какая-то специфика вот в этой, во всей деятельности, в этой работе с детьми и приучении к хоровому пению? Да, вы знаете, это, наверное, двоякая такая... такой вопрос, потому что, с одной стороны, для детей важно что? Важно развлечение. Важно, чтобы было интересно. Поэтому вы поете песни Диснея. Да. А с другой стороны, нам нужно обязательно воспитывать новое поколение, обучать их... Не только развлекать, но и чтобы они вынесли что-то для себя со стороны знаний, какие-то знания вынесли с концертов. Поэтому детский абонемент делится на два развлекательных концерта и два более серьезных концерта, на котором дети узнают что-то новое о музыке, узнают какие-то конкретные, серьезные знания. Мы им пытаемся вложить. Вот давайте о серьезных концертах, которые грядут, опять же, весной, опять же, в апреле.
мы говорили уже о том, что апрель какой-то необыкновенно хоровой выдался в этом году. И звучит, кстати говоря, и там совпадает, может быть, это с Великим постом, может быть, это просто так уж вот получилось. Не специально, скажем. А звучала духовная музыка в театре опера-балета «Страсти по Матфею». Музыка, написанная священником. Это была оратория, и, кстати говоря, билетов не достать было на нее. И вот она еще прозвучит дважды до Пасхи. Вот обещали, что два концерта таких будет. И вы готовите, в общем-то, тоже музыку, написанную священниками. Это Чернобыльская литургия. Это не связано, конечно, ни с какими церковными праздниками, но это день памяти, который вы отмечаете таким вот образом. Вот об этом расскажите, это же очень интересно. Ну, дело в том, что этот проект мы планировали за целый год. Я связывался со священником. Мне передали через священнослужителей только лишь партитуру, и он дал согласие. Для меня это было действительно всегда очень-очень внезапно это все произошло. Приехал однажды мой очень хороший знакомый регент из Москвы и сказал: ты знаешь, вот существует такая... Я в жизни не знал, что такая музыка существует. И действительно, своей простотой она очень меня тронула. Я стал искать выходы на этого композитора. Изначально эта Чернобыльская литургия была написана для хора капелла. Композитор Валерий Рубан оркестровал и сделал из этой литургии симфоническо-хоровую поэму. И я, конечно, предпринял некие усилия, и спасибо огромное, что откликнулась консерватория, которая предоставила симфонический оркестр и хор консерватории. Вообще в этом мероприятии будет задействован тройной хор. Это около 100-120 человек. В нем будет участвовать камерный хор Нижний Новгород, хор консерватории и хор педагогического губернского колледжа. И плюс очень ответственно, почему? Потому что это мероприятие проходит при поддержке епархии, официальной поддержке. И, естественно, это сочинение будет звучать за один день до, как раз-таки, до момента катастрофы. То есть, да. Когда и где? Да. Да. Когда и где? У нас, кстати, 30-летний юбилей. Филармонии, да, 25 апреля. Буду очень рад видеть. Я думаю, что будет интересно. Вы знаете, это очень важная дата, мне кажется, и очень хотелось внимательно к этому отнестись. Поэтому я лично связывалась с обществом чернобыльцев города Нижнего Новгорода и приглашала их на это событие, на этот, ну, назовем его концерт, все-таки это концерт. Как они откликнулись? Вы знаете, сначала не очень, нехотя, можно насторожно, так сказать. Да? Насторожно, что да. Что это там? Потому что, как объяснил мне председатель этого общества, люди... Вот чернобыльцы, они немножечко настроены пессимистично, так как немножечко есть обида на то, что должного внимания к этой дате не уделяется. А в дальнейшем, вот при общении, я как раз пыталась их убедить, что мы как раз делаем это именно для них, для этой памяти. Что... Это и есть, в общем, такт поминовения, да, правильно? Да, да, абсолютно точно. Mm-hmm. Поэтому вот уже спустя какое-то общение нашлись желающие, и достаточно большое количество, пока их около 30, кто придет на этот концерт, на исполнение. Вы можете пригласить, литургии. Кстати говоря, тех, да, кто хотел бы, обязательно. Кто имеет отношение к этой не травме. Не только кто мяти. Имеет отношение, вообще, кто неравнодушен и кто, кому действительно это важно, эта история.
Мы сейчас прервемся на короткий рекламный блок, а потом вернемся. Это программа «Арс Лонга». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Итак, это программа «Арс Лонга». После короткой рекламы мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях главный дирижер камерного хора «Нижний Новгород» Иван Стольников и хормейстер Анна Тулумбасова. У вас будет очень ответственное выступление в самом конце весны. Опять же, мы говорим о хоровой весне в Нижнем Новгороде. Это на открытии Сахаровского фестиваля. Что вы готовите? И вы же там будете частью большого проекта. Расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее обо всем. Камерный хор получил приглашение на участие в Сахаровском фестивале. Это действительно событие для города, которое происходит, музыкальное яркое событие города. И это, конечно, очень почетно принимать участие именно в открытии этого фестиваля. Тем более в этом концерте мы будем на одной сцене вместе с Денисом Мацуевым. И за дирижерским пультом будет стоять Александр Михайлович Скульский с нашим прославленным и известным филармоническим оркестром. И исполняться будет поэма Скрябина «Прометей». Это, в общем-то, довольно нечасто. Это действительно нечасто исполняется, но камерный хор уже когда-то это исполнял. А там будет вот эта партия света? Ведь Скрябин писал светомузыку, и будет партия света, и будут вот эти вот волны, про которые... Да, очень эффектно, и музыка приобретает... Пишут. Мы не будем раскрывать все секреты, но я думаю, что публика... Ну, в общем, это увидеть будет можно. Да. Чудо. Ну и... Как всегда, традиционный вопрос всех журналистов, набивший оскомину всем гостям. Ваши творческие планы. Нам по секрету рассказал ваш пресс-секретарь, что вы готовите нечто интересное под конец этого сезона, в начале следующего. Поделитесь так, приоткройте завесу нам. Что ждать от камерного хора? Ну, можно сказать, что действительно будет очень интересный проект. 28 апреля это концерт-спектакль «Георгиевская ленточка», который пройдет вместе с известными солистами камерного музыкального театра имени Степанова. Это Александр Шулунов. И продюсером этого, и режиссером этого спектакля стал очень известный актер из Нижегородского театра юного зрителя Иван Пилявский. Я думаю, что и будет, так сказать, не совсем часто исполняемое музыкальное сочинение специально в авторских аранжировках для хора. Я думаю, что это будет интересно. И на следующий сезон у нас большие планы. Это и выступление с солистами из Москвы. И я так думаю, что мы обязательно исполним мессу танго Палмериса для хора, бандонеона и камерного оркестра. Месса танго. Месса танго. Да, звучит так. Да, да. Аргентинский аргентинский диссонанс какой-то в голове. Да, месса танго. Ну, потому что это уже вот синтез всего. И действительно очень, очень редко исполняемая музыка. И я думаю, что это будет... интересно. Желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был главный дирижер камерного хора «Нижний Новгород» Иван Стольников, хормейстер Анна Тулумбасова. Успехов. Еще увидимся. Ну, а у нас наша постоянная рубрика «Чтение вслух» и слово Юрию Немцову. Умберто Эко. «Остров накануне». Все мы знаем про Великий потоп, про Ноев ковчег. Но кто-нибудь из вас задумывался над тем, откуда Господь Бог брал воду? Вы скажете, с неба? В Библии же сказано про дождь. Но вы когда-нибудь пробовали собирать дождь? Хлещет весь день, а у тебя набирается совсем мало воды на донце бочонка. Если будет даже лить целую неделю, еле-еле тебе удастся набрать бочонок воды. Вообрази теперь. Уже совсем неслыханный ливень, такой, под которым уже совершенно отходиться невозможно. Когда все, что имеется в небе, падает тебе на бедную голову, все равно за 40 дней это никак не будет возможно, чтобы переполнилась водой вся земля выше самых высоких наверший. Что ж, Святое Писание лжет? Нет, разумеется. Господь пользовался не только дождевой, но и морской водой, и получал ее из самых глубоких впадин. Но вот всех морей не хватит, чтобы покрыть горы. Не то бы море постоянно их покрывало. Если бы Бог
мог взять ту воду, что вчера была на земле, и поместить ее в сегодня, а завтра взять ту воду, которая имеется, а ее уже стало вдвое, и перенести в послезавтра и до бесконечности, то настанет ли такой день, когда он сумеет залить водой всю сушу и закрыть горы на несколько метров? Я не силен в подсчетах, но, думается, сумеет. Вот, в 40 дней он нальет на землю в 40 раз удвоенную воду из морей, а удвоивши 40-кратно то, что во впадинах морей, и он перекроет уровень гор. Но откуда же Бог мог черпать вчерашнюю воду, если вчера миновало? А если ты стоишь ровно на 180-м меридиане, сколько будет на твоих часах? Я понимаю так, что если стоять ровно на меридиане, то надо мной будет полночь, но поглядевший на запад, я увижу полночь пятницы, а поглядевший на восток, увижу полночь четверга. В этом весь фокус. Господь черпал в этом месте вчерашнюю воду, вон с той стороны, и переливал ее в сегодняшний мир. На следующий день точно так же. И так 40 дней. Но как же вчерашняя земля удерживалась вчера на небе, если в одном из полушарий не оставалось воды? Не теряла ли она центрум гравитатис? В человеческих представлениях о времени не теряла. Для людей вчера уже не существует, так же, как завтра еще не существует. А время Господне, вечность – это уже не наше дело. Вот такой забавный диалог происходит между ученым иезуитом Каспаром ван дер Дросселем и юным дворянином Робертом де ля Гриф во времена кардинала Мазарини на корабле по имени Дафна, стоявшем на якоре в двух шагах от 180-го меридиана, отделявшего корабль от острова, который хоть и виден был невооруженным глазом, но всегда пребывал накануне того дня, в котором существовала Дафна и два ее обитателя, в данный момент отворившие петушка и откупорившие последнюю бутылку из капитанской каюты. Нет, если вы никогда не ходили через море под парусами, вам не понять обаяние этой книги. Но если вы любите географию, астрономию, литературу и музыку эпохи барокко, дуэли в ночных переулках, серенады под луной, куртуазные манеры, древние манускрипты, парадоксы пространства и времени, старинные часы, подзорные трубы, а также тонкие наблюдения в области психологии, медицины и подводного мира – если вы не читали эту книгу, то вам повезло. Умберто Эко. «Остров накануне». Читали? Тогда перечитайте. Обязательно найдете для себя что-нибудь чрезвычайно любопытное, потому что эта книга, как заброшенная на край света флибот Дафна, хранит в своих отсеках, каютах, на юте или полубаке, за переборками трюма бесконечные сокровища мировой культуры, который складывал в причудливые мозаики неповторимых литературных текстов итальянский ученый, философ, теоретик, культуры, писатель и публицист Умберто Эко. Как жаль, что он уже больше никогда ничего не напишет. Афишу самых ярких культурных событий наступающей недели в программе «Арс Лонга». Выставка лучших работ участников 3-го открытого Всероссийского фестиваля конкурса современного патриотического плаката «Нарисуй Россию» открылась в государственном выставочном комплексе. В экспозиции 120 произведений, плакаты, инсталляции, видеоарт, крупноформатные плакаты, притчи. Центральным мероприятием фестиваля стала персональная выставка социального плаката заслуженного художника России Василия Чекашова. Автор впервые представит плакаты «Возвращение русского Крыма», «Антигиловский плакат», патриотическую серию «Защищай Отечество» и «Изобретение Чекашова». Монументальное графическое панно «Культура. Она или есть, или иди есть». Объединенный хор города совместно с симфоническим оркестром консерватории 25 апреля на сцене Кремлевского концертного зала споет Чернобыльскую литургию, созданную композитором-священником митрополитом Иоаннафаном Елецких. Музыка написана в память о жертвах страшной аварии на атомной станции, произошедшей в Советском Союзе 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Катастрофа унесла жизни многих, стала горем, которое разделили жители разных регионов страны.
Выставка «Ретроспектива работ народного художника России Николая Гущина», приуроченная к 55-летию автора, проходит в Художественном музее. В экспозиции представлено 130 работ, созданных в разное время. Произведения мастера известны по всей России. Их можно встретить в коллекциях Государственного русского музея Санкт-Петербурга, в Нижегородском, Смоленском художественном музее, а также в частных коллекциях. В рамках мероприятия Николай Гущин проведет мастер-классы по хохломской росписи. В театре комедии премьера «Темная история». Отсутствие электричества в доме оказывается больной вопрос не только для жителей России, но и для англичан. У молодого, подающего надежды скульптора, можно сказать, решается судьба. Должен подойти отец его невесты и миллионер, пожелавший взглянуть на его работы. Но именно в это время перегорают пробки, и приходит множество самых неожиданных людей, а это по законам комедии положений сулит зрителям вихрь приключений и феноменальных трюков. Это лишь некоторые события жизни нашего города, которые стоит увидеть. Живите культурно! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании NNTV каждую пятницу вечером. Мы помогли сверстать вам некий план на следующую неделю. Постарайтесь хотя бы куда-нибудь успеть. И нам бы тоже неплохо посмотреть кое-что. До свидания.